Ребята из территориальных советов молодежи «Старый город» и «Завидное» всегда там, где интересно и необходимо быть. Мальчишки, да и девчонки тоже, ловко орудуя лопатами, готовили новое жилье для обитателей будущего яблоневого сада. Столько деревьев уже посажено за этот год, и можно еще больше посадить, ведь есть много у нас мест, частей города, где не посажены еще деревья, и можно их тоже преобразовать, сделать лучше, красочнее и посадить такие же яблони. Ребята рассказывают, подобные мероприятия позволяют им сплотиться, почувствовать, что они, молодежь Видного, необходимы своему городу. Встать утром и что-нибудь пойти полезное дело сделать, тем более как бы в районе, где не так много деревьев, посадить их, на котором мы постоянно там гуляем, проходим, это замечательное дело. 10 саженцев, конечно, немного, но это не разовая акция, а концепция развития Видновского края. Всего в течение ближайших лет планируется высадить множество различных плодовых деревьев, чтобы в каждом дворе появился свой садовый островок. Саженцы доставлены из Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, который находится в Бирюлеве. Раньше Видное славилось своими яблоневыми садами. В общем, сейчас мы пытаемся новые микрорайоны все привлечь к посадке деревьев и возродить город-сад. Конечно, пройдет время, прежде чем жители микрорайона новостройки увидят пышное цветение этих яблонь. Но уже сейчас весенний ветерок разносит по берегам Купеленки песню, которую напевали ребята, сажающие деревца. Ты помнишь, Видно, все так же яблони цветут. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Владимир Бежонов, Видное ТВ.